Блин, сегодня минус 23. А, сцепление аж замерзло. Не знаю, заведется, нет. Смог масло взять, двигатель. Да, давление погасло. Сейчас может дать и того, нафиг. Сер будет крутить. Блять. Бля, завелся. Два аккумулятора стоят, но он... один маленький, а второй тоже чуть поменьше, не совсем аккомы. Ну, крутят, бля, повезло. Блин, аккомы брал хер знает когда на помойке в Норвегии. Сколько уже лет? 7, наверное, прошло с тех времен. Раньше было вообще четко, приедешь в Норвегию с нагрузочной вилкой. Раз аккумуляторы проверил и купил. Там один маленький стоит, да и второй тоже не очень. Завелась. Пойду на улицу похожу. Пару минут, а то сейчас надышу и стекла замерзнут. Что-то у соседа фара горит. А машина вроде не работает. Так, надо мультилифт ехать снимать. В гараже сколько? На полу понятно, там 0 минус. А в, вот в этом районе 5 градусов, нахуй. Нихуя тиски полетели вниз. 5 градусов показывает в боксе. Не знаю, до скольки я вчера нагрел, но не так-то, конечно, жарко было вчера. Ну, да я. Тиски спикировали. Я думал, что они вчера упадут, но они вчера не упали. А там на полу мерзнет. Вон. Снег, который с ног замерз. Все. То есть, блин. Будете делать, делайте, чтобы пенопласт был под низом. Не допускайте ошибок. Пол должен быть утеплен снизу и с боков. А здесь нету ни спереди утепления, ни с боков, ни снизу. Это я, конечно... строил, блять, как бы быстрее мне надо было, чтобы второй этаж построить и был просто залито и все, не чтобы, блять, поселить пенопласта на 3000 рублей кусок хотя бы вот этот. Я это не сделал ни хрена, и вот теперь в итоге, блять, такая херня. Ну вообще я строил этот нижний бокс, чтобы верхний забрать, ну чтобы у меня верхний был длинный, поэтому строил так быстро, денег чуть-чуть было. Ну и то мне где-то 700 рублей обошелся тогда вот этот вот нижний бокс примерно. Это было сколько? 12 лет назад. 700. Это без сэндвича. Еще отдельно сэндвич я потом делал. Купил бы ушные, а так. Вот пол, конечно, надо. Просто вон там он лед. Лед. Просто даже не тает ни хрена. Так, все. Будем заводиться, выезжать. Ролики работают. Кейс. Равный колесник. Или что? А какой кейс? Это XGMI. Думаю, кейс, блядь, какой нахуй кейс.
меня Volvo обходит. Полуприцепа на мана. Да, парит, парят они нехило. У меня вон пар идет. Главное, здесь нету пара. А здесь вот он вокруг кабины идет. Вон летит пар. Так, время. Все, вон солнце, видите? Вон там оно какие-то комплекски подает. На четвертое иду. 2000 оборотов. В гору типа еду я. Может быть, там под газ попал ковер, не нажимается из-за этого. Больше педаль, не знаю пока. Идет, идет. Нормально. Он всего-то просел на 200 оборотов. Сейчас задача мульт-лифт установочку сбросить. Я в одно лицо, это, конечно, не очень хорошо. Чуть-чуть загоревший. Маленько. Блин, когда долго никуда не ездил, кажется, что он не едет нифига. Ну, а вышел на ровную. Все, пошел набирать обороты. Всего-то на 100 подняло. Но вот я газ не трогаю. На 100 поднял. Так что в гору просадка всего 200. Еще едет. Так, ну, значит, сейчас первым делом масло долить. И двигло. И притянуть заднюю установку, я половину прошприцевал, половину не прошприцевал. Хотя, в принципе, можно и не шприцевать там. Я копать же сейчас не буду, ничего. Здесь этот Исусик, сейчас его как-то поднимем, будем аккуратно пробовать поднимать. Что самое интересное, то, что мне, по идее, бы надо его так, чтобы мне отсюда, но его как-то надо убрать. Лучший вариант, чтобы Исус выехала, правильно, но... Соответственно, выехать оно не может. Надо вообще, по идее, параллельно к нему стоять, но это не представляется возможным. Черепаху отключим. Будем пробовать сейчас как-то стропить и снимать все это дело. Чуть-чуть попробовать вообще, как оно себя это ведет. Сниму ли я заднюю установку сейчас? Ну, задок мне надо посмотреть, как будет сниматься. Значит, попробую за зад, посмотрим. Будет ли у нас сейчас никаких непонятных. Сигнал,
снять. Ты что там такое держишь? Зараза, сигналка эта ебучая еще. Я батарею ему усадит и все. Сука. Ну и что, не снимается. Где держит, сука? Тут что ли? Да нет. Ничего не понимаю, блядь. Где тут, что тут, блядь? Идея должна была сняться. Она ни хера не снимается. Странно. Странно. Ну, как я и думал, вот тут заклепка вот эта, вот она. Я продувку сделал. Вот, и как бы не зря я ее сделал. Эту продувку. Все, пошла. Вниматься, стать там ржавчина. Не давала нихера. Спереди стремянка есть. Одна, вот она здесь держит. Сейчас немножко ослаблю. Палки ставил между рамой и подрамником. Сейчас попробую подъехать ближе. Но она весит, пиздец. Реально она весит. Нормальный. Главное, чтобы она не укатилась и не въебала в этот, понимаете, грузовик, чтобы не покатился, и она, чтобы не впиздошилась в него. Вот что еще главное. Откат подставил. Бля, она завелась. У него пиликает сигналка, он видел, что я что-то делаю, и завел ее. Ёпта, думаю, какого хрена она завелась, чуть не охренел, блядь. Здесь как закрепить. Блять, вот так. Так. Да нет, должно быть нормально. Сейчас уже потемнеет, зараза. Попробуем на серу. Нихера себе. Взяло, а то чуть не охуел, ну как так, блядь. Все, пойду палочки еще подсуну. И надо осмотреться, потому что непонятно, может быть, оно что-то там, кто его знает, может, только шланг там подцепим. Тяжелая пиздец оно. Стрела не поднимает, только выворот ковша поднимает. Так, ну что тут? Нормально все, нет? Ну да, должен выключиться. Бать, она весит просто тонну. Не тонну, больше, блядь. Охренеть. В идеале бы, конечно, приподнять ее и чтобы уехал шасси, но пока не знаю.
парковочную поставим. Вроде ничего не мешает. Должно все быть окей. Опять уже темнеет, зараза, а? Вроде выходит. Вроде все нормально. Блять, воняет, сука, нахуй, вообще пиздец. Фу. Фу. Ну, вроде все в порядке. Крапил вот так вот, смотрите, как прогибается. Там подпорка и тут прогибается, вообще писец. Сейчас буду пробовать как-то снимать его. Не знаю, пройдет он у меня здесь, не пройдет. Ставить тоже не могу понять, как. Там же сейчас цилиндры внизу висят. Сейчас как-то что-то будем пробовать. Сейчас. Не знаю, возьмет он, не возьмет на такой стреле. Большой. Вот. Пойду посмотрю, что там. Главное, чтобы на кабину не пошел. Вот чем все дело. Если представляете, это говно ударит в стенку, это пиздец будет. Да нет, по идее. Вот тут, сука, пластик этот. Не очень. Не очень, скажем так, это все. Ну ладно. Будем пробовать. Очкую, конечно, я чуть-чуть. Палку там подставил. Может, в принципе, и нормально будет. На таком вылете. Боюсь, я боюсь, что оно в стенку полетит. Очень сильно. Выворот ковша то возьмет, но. Блять, это пиздец. Если это там оно что-то куда-то, это все жопа будет. Интересно, что там с коробкой, с хуйрубкой. Не, все нормально.
еще не достало, блядь. Где-то на 10, ёбнешься. Просто ёбнешься. Так я и говорю, он там просто. Так вот сняли. Чё, тут уголок зафигачил. Пластины с металлолома, как обычно, крючки. Ну всё. Я думаю, что всё хорошо будет, никуда не денется. Здесь квадраты кинул, прихватил. Вот как к раме закрепить, вот это... Вопрос. Сейчас как-то получше прихвачу. Потом все это буду снимать, обваривать. Я еще хуй знает, как раме прикрепиться, даже не представляю. Тут-то были штатные отверстия, я за них зацепился. А крылья, они не тяжелые. Как их закреплять? Хер знает. Вообще непонятно. Сейчас что-то буду думать. 12:21 ночи. На мигающий не поеду, ну и нахер рисковать. Джигитов много летает. Лучше остановлюсь. Заправился соляркой по 55. Отъехал от него там метров... Ну, километр два, чувствую, машину за жопу держит. Ну чё, звоню ему, говорю, слушай, соляра прихватывает. Когда заливали в канистры, вначале-то в бак залили, и в канистры, блин. Если бы я видел, что в канистры такое говно, я не стал бы лить в бак. Короче, льем в канистры, она, парафин вспенивается, и вот такой, как бы, ну... Вспененный парафин. Я говорю, это, блядь, парафинку. Да нет, это пена. Короче, естественно, это парафин. Она жидкая, все, но парафин-то выделяется. Короче, в итоге доехал я до поселка. Опять прихватывает. Миг заглохло. Но я уже там с горы шлагбаум открыли. Я докатился до гаража, стал кача завелся. Короче, раз, открываю капот, фильтр это там лежит, который у меня этот пластиковый, это прозрачный, сетка. Он все, он весь в парафине, короче. Ёб твою за ногу, нахуй. Что, звоню ему, он говорит, да, блядь, быть такого не может, бла-бла. Короче, я говорю, ладно, давай, приезжай. Он, короче, приехал за мной, у него антигель был, мы поехали. Короче, газом грели бак, где-то литров 15 я слил с бака. Меньше греть, все-таки сливать неудобно шлангом, там заслонка стоит. Короче, добавили, газом грели, и раз, она вроде пошла. Я аж дую шланг в бак, не могу продуть, пиздец, сетку эту. То есть сетку облепил парафин, не могу продуть, вот просто, ну, дую, фу, напрягаюсь вообще, пиздец, как на, то есть конкретный напряг. Потом погрели газом, все, смотрю, как бы парафин от сетки отошел, как бы это, ну, подрастаял. Залили антигель. Ну вот, все. Завтра как бы обещают минус 3, минус 5 днем. Пару дней будет. Но дело-то в том, что ночью-то до 20. Вот такая вот фигня, короче.
солярочка. Что-то такое думаю, блядь, на Роснефти заправиться. Звоню, у тебя есть? Появилось, да. Я говорю, ну ладно, все, тогда поеду туда. Спокойно бы заправился на Роснефти, и три часа жизни бы я не потерял. А сейчас три часа жизни потерял. Пока бак нагрел, приехал к гаражу, феном еще фильтр погрел, потому что парафином могло забить. Добавил бензина немножко в соляру. Короче, вся эта вот эта, блядь, экономия, это бесед. А по объявлениям было объявление, что Роснефтевская есть. Звоню, он говорит, там, ну, не звоню, написал в Авито, он говорит, там, блядь, типа, очередь туда-сюда. Ну вот и все, типа, не знаю, когда теперь. Он мне не отписался, я стоял свой телефон, говорю, позвони мне, когда что, есть возможность, я подъеду. Я говорю, надо 200 и больше. Ну, короче, такая фигня. Так он мне и не позвонил. На Роснефтевской все нормально, то есть я ехал уже, приехал к нему на Роснефтевской солярке, у меня машина, все ехала, все четко. А вот, блин, залил ионную, и вот такая вот фиговина получается. Завтра вроде как на заказ. Короче, покупайте солярку где-то. Надо знать точно, какая она. А то иначе можно не то что время потерять, а еще и горе хапнуть. Все, всем желаю хорошего топлива. Дешевого и хорошего топлива. Для машины и для вас тоже. Adios.